Печальное зрелище в парке дикой природы на юго-востоке Судана. Здесь в плачевном состоянии находятся 4 льва. Еще один умер несколько дней назад. Животные сильно истощены, местные природозащитники взялись за их спасение. Что касается львов, особенно суданских, и особенно тех, что из национального парка Диндер, этот подвид очень важен, потому что водится только в определенных регионах Африки. Он обитает в Судане, а также в Эфиопии, вплоть до Алаташского национального парка. Львов обнаружили в тесных клетках на территории национального парка Диндер. Специалисты Суданского исследовательского центра дикой природы организовали онлайн-кампанию, чтобы обнародовать проблему, а также обратились к властям, после чего им дали доступ к животным. В настоящее время их лечат и пытаются откормить. Мы считаем, что поскольку нужно сохранить этот особый подвид, мы не должны видеть этих животных в клетках. Они должны жить в дикой природе. Национальный парк Диндер приезжает мало туристов, и он почти не получает дохода. В Судане десятилетиями шла гражданская война, а в прошлом году здесь несколько месяцев продолжались народные протесты.